В Бирске прошел чемпионат Новосибирской области по волейболу среди мужчин. 5 команд играли в круг, в итоге 2 лучшие вышли в финал. В составе бирской сборной играли 2 новых спортсмена. Принесло ли это успех команде, узнаем из сюжета моих коллег. 5 волейбольных команд Новосибирской области встретились в Доме спорта «Авангард», чтобы выяснить, кто из них лучше. Соревнования проходили на протяжении 2 дней – 19 и 20 января. Бирская сборная показала отличный уровень уже в первый день турнира. Стоит отметить, что состав нашей команды усилился новыми игроками. Я практикую молодежь, включаю состав сборной команды. Вот на сегодня у нас вообще впервые участвуют в этом турнире 2 молодых парня, это Болтухин Вячеслав и Власов Кирилл. Уже состоялись 2 игры, которые мы выиграли. Значит, выиграли мы у Колывани и выиграли мы у Кольцова. В сборной Бирска можно было увидеть немало сильных спортсменов. Например, Дмитрий Мишуков является победителем всероссийского турнира по волейболу среди трудовых коллективов. Там было представлено команды со всей России, я не помню, около 30 регионов. И в упорной борьбе в финале со счетом 3-2 мы выиграли у команды из Ямало-Ненецкого автономного округа. И, собственно говоря, стали чемпионами России и получили звание кандидата мастера спорта. Команда из Чулымского района на протяжении многих лет играет одним и тем же составом. На второй день турнира им предстояла встреча с волейболистами Бирска. Ранее они также провели 2 встречи, но победить удалось лишь в одной. Одну играли с Колыванью. Мы держали победу, 3-0 сыграли. Игра была такая довольно-таки напряженная, шли в очко в очко. Но все-таки нам удалось достичь победы. А вторая игра у нас была с Новосибирск-Сельским. Принципиальный соперник, с ними часто встречаемся, но потерпели поражение, скажем так, очередное от данной команды. Игра между Бирском и Чулымским районом вышла напряженная. Нашей команде удалось одержать уверенную победу со счетом 3-0. По итогу всего турнира первыми стали игроки сборной Новосибирского сельского района. Бирчане взяли серебро. Эти 2 команды прошли в финал турнира, который состоится 9 марта. Победители областного чемпионата удостоят звания кандидата в мастера спорта.